Парк «Маяк» продолжают облагораживать. Сегодня здесь делают то, что не смогли суровой зимой. Сейчас в парке укрепляют борта брусчатки, украшают газон. По словам мэра Магадана Юрия Гришана, власти не забыли и о благоустройстве близлежащей территории. Места пешеходных зон к парку отремонтируют. Также у муниципалитета в планах улучшить безопасность посетителей «Маяка». По улице Приморской каждый день проносятся десятки машин, нарушая скоростной режим. Такая халатность водителей к безопасности пешеходов создает угрозу для детей и взрослых, гуляющих в пределах морского побережья. Во избежании опасных ситуаций на отрезке дороги от улицы Нагаевской до Портовой установят пешеходный переход. Мы недооборудовали там лежачими полицейскими улицу Приморскую, не пешеходных зон. Там недостаточно. Все включено в муниципальное задание по улице Приморской от Портовой. Мы приступаем на следующей неделе к ремонту тротуаров и лестничных спусков. В районе автобусной остановки будет сделан пешеходный переход. В 2020 году на ремонт тротуаров и дорог в Магадане из федерального бюджета выделили 120 миллионов рублей. На благоустройство дворовых территорий в городской казне заложено 100 миллионов рублей. По словам Юрия Гришана, горожане уже через год-два заметят существенные изменения в своих дворах.